Я немного боюсь ядерной войны, и я изучаю вопрос на всякий случай. Я узнал, что ядерные ракеты есть вообще далеко не у всех стран, оказывается. Есть всего 10 стран, у которых есть ядерные ракеты, а остальные страны не знают, как их сделать. Прикиньте, не знают. Они такие: мы не знаем, а вы как сделали? А мы такие: а мы не скажем. А как нам тогда сделать? А значит, вам не надо. Я недавно на Ютубе наткнулся на видео, где российские ученые рассказывают устройство ядерной ракеты. Во всех подробностях, какие там взаимодействуют материалы, как там это все работает. Я думаю, он в конце скажет: вот что у меня получилось. Пишите в комментариях страну, которую не жалко. Да, я подумал, смотрел ты и думал, другие страны, они вообще на Ютубе-то искали. Ну, когда я не знаю, что-то сделать, я на Ютубе смотрю, да?